معتمه حتى بعثت مبشرا كن ناظما سيدي فاتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فانرت دربا اخرا اخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى دبت الحمى في بدنه. Он подхватил лихорадку, которая ослабила его и истощила настолько, что он даже не мог стоять на молитве, хотя молитва была радостью его очей, и он получал от нее удовольствие. И он воззвал к своим любимым сподвижникам: «Вылейте на меня воду из 7 бурдюков из разных колодцев». Люди так и сделали. И его чистое тело охладилось. Ему показалось, что он даже избавился от болезней. Огонь лихорадки погас, и ему стало лучше. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, входит в один из садов Медины, в котором находится колодец под названием Арис. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, подошел к этому колодцу и сел у его края. Он обнажил ноги, подняв одежду до колен, и опустил их в колодец. А в это время Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, ходил и искал пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы провести с ним этот день. А когда он увидел его сидящим у колодца, он решил, что будет его привратником, мир ему и благословение Аллаха, у ворот этого сада. Он встал у ворот, но не прошло и мгновений, как к этому саду пришел Абу Бакр ас-Сиддик. И Абу Муса пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, спрашивая разрешения для ас-Сиддика. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешил ему войти и сказал: «Обрадуй его вестью о том, что его ждет рай». И он вернулся с радостной вестью к ас-Сиддику. Затем ас-Сиддик вошел вместе с ним и сел справа от пророка, мир ему и благословение Аллаха, также подняв одежду до колен и опустив ноги в колодец. Прошло некоторое время, и к саду пришел Умар ибн аль-Хаттаб, и Абу Муса спрашивает для него разрешение войти. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешает ему войти и радует его благой вестью о рае. Он входит и садится слева от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и также опускает ноги в колодец. Еще через некоторое время пришел Усман ибн Аффан, и Абу Муса аль-Ашари спрашивает для него разрешение. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешает ему войти и радует его благой вестью о рае, сказав: «Однако вместе с бедой, которая его постигнет». И Усман зашел в сад, подняв одежду до колен, опустил ноги в колодец и сел напротив своих любимых товарищей. «Обрадуй его радостной вестью о рае. Поразмысли со мной над этим льющим через край чувством и любовью в его сердце, в то время как он слышит от нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, о радостной вести о рае. Ради чего обнажаются мечи? Ради чего стал рынок рая и ада? Ради чего это поклонение, покорность и благие деяния? Разве не для достижения милости Аллаха, всеблагой он и превыше всего, а затем и его рая? Рай – дорогой товар Аллаха. Если кого-либо из вас обрадовали бы вестью о чем-либо из мирских благ, мы бы радовались этому и были бы в восторге. Как же их сердца переносили эту самую великую, радостную весть на свете, весть о том, что они в будущем – обитатели рая». Сердца сподвижников, да пребудет над ними довольство Всевышнего Аллаха, были привязаны любовью к любимому пророку, миром и благословением моего Господа. Мы видим, как они чувствуют удовлетворение только в обществе пророка, миром и благословением Аллаха. Их глаза следят за ним, куда бы он ни пошел. Абу Муса ходит по городу в поиске пророка, миром и благословением Аллаха. Желает быть с ним. Абу Бакр искал его, пока не нашел у того колодца. Также Умар, также Усман черпают из его источника и берут у него знания. Они радуются при виде его и неразлучно находятся рядом с ним, подобно браслету на запястье. А кто же может порицать их в любви к нашему пророку, мир ему и благословение Аллаха, в желании быть ближе к нему? Он – посланник Аллаха. Взгляни на его скромность. Как он сидит перед ними? Как он сидит вместе с ними? Улучшающий нрав и веру человека. Воспитательный и нравственный урок от нашего пророка, от нашего учителя, мир ему и благословение Аллаха. Это урок скромности, мягкости, сочувствия и благодеяния.
Однажды он, мир ему и благословение Аллаха, совершает обход вокруг Каабы. Затем он подходит к тому месту, где поет паломников, и просит напоить его водой. И Аль-Аббас говорит Фадлю: «О Фадль, сходи к своей матери и принеси посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пресную воду от нее». Тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я хочу именно эту воду». Он воскликнул: «О посланник Аллаха, они же опускают туда руки и ведра». Но он, мир ему и благословение Аллаха, снова сказал: «Напои меня». После чего напился из общей бодии. А потом он, мир ему и благословение Аллаха, подошел к Замзаму, где Бану Хашим поят паломников водой, и сказал им: «Поистине, вы заняты праведным делом». А потом он сказал: «Если бы я не боялся, что люди займут ваше место, то я сам носил бы воду вот этим». Сказав это, он указал на веревку, при помощи которой бадью опускают в колодец и на свое благородное плечо, мир ему и благословение Аллаха. Вода Замзам, она сытна подобной еде и обладает лечебными свойствами. Благословенная вода из благословенного колодца. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, пил его воду, как и все жители Мекки. Этот источник забил под ногами пророка Исмаиля и на протяжении тысячелетий остается щедрым. И будет таким до тех пор, пока Аллах не заберет всех, кто находится на земле. Замзам привозили пророку, мир ему и благословение Аллаха, в Медину в мехах, потому что он, мир ему и благословение Аллаха, очень сильно любит эту воду. Сколько же больных людей, которые пили Замзам, всемогущий и великий Аллах исцелил. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пил Замзам в Мекке с самого рождения. И как же прекрасно то обстоятельство, что он, совершая прощальный хадж, снова пробует на вкус воду из этого благословенного колодца. Поэтому он, мир ему и благословение Аллаха, призывал к великому, благородному делу – поить паломников. Они гости милосердного, самые великие гости на всей земле. Их радушный прием, забота об их отдыхе и том, чтобы они чувствовали себя счастливыми – одно из самых великих дел, которые приближают к Аллаху. Люди, которые совершают большое и малое паломничество – это гости Аллаха. Так как же будет, если ты проявишь к ним благодеяние? Поистине, ты совершаешь благодеяние по отношению к самому себе. Поэтому наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Вы совершаете праведное дело». К достоинствам Бану Хашим относится то, что они поили паломников из благословенного колодца. И если бы пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал вместе с ними поить паломников, то паломники подумали бы, что это сунна пророка, и бросились бы к этому колодцу, стали бы поить, подобно тому, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, поил других. И тогда Бану Хашим лишились бы этого почета. Смотрите на дальновидность пророка, мир ему и благословение Аллаха, так как он стал пить вместе с теми, кого поет Бану Хашим. Вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что любите. Великий аят из книги Аллаха всемогущ и возвышен. Он снизошел на любимого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он прочитал его своим сподвижникам. Этот аят услышал Абу Тальха Аль-Ансари, тот сподвижник, который среди всех ансаров владел наибольшим количеством финиковых пальм и богатством. У него был сад, который находился в направлении киблы мечети, и в нем был источник пресной воды. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заходил, чтобы попить воды. И больше всего из его имущества он любил этот сад. Он пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине самым любимым из принадлежащего мне является для меня Байруха. И я слышал слова Всевышнего Аллаха: «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Возьми же его, посланник Аллаха, как милостыню ради Аллаха, благодаря которой я надеюсь обрести благочестие». На что посланник Аллаха сказал: «Прекрасно! Это имущество принесет доход, это имущество принесет доход, это имущество принесет доход. Я считаю, что тебе следует отдать его своим родным и близким». И Абу Тальха разделил его между своими родственниками. Каким же приятным был пророк, мир ему и благословение Аллаха. Для него добывали чистую, пресную воду, потому что он, мир ему и благословение Аллаха, был чистым и принимал только чистое, и пил только чистое. Поэтому самым любимым его напитком было сладкое и холодное. И сподвижники, да будет доволен ими Аллах, старались найти это для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аиша говорила: для пророка доставляли сладкую питьевую воду из колодца, Байут ас-Сукайя,
с расстояния 2 дней пути на верблюде от Медины. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, смешивали воду с молоком, чтобы он, мир ему и благословение Аллаха, пил молоко холодным. Он ходил к колодцу Ха, ходил к колодцу Арис. Для него, мир ему и благословение Аллаха, добывали чистую пресную воду, потому что эти чистые уста пьют только чистую воду. Абу Тальха отдал в качестве садакы свое самое любимое имущество. И клянусь Аллахом, не будет душа раба согласна отдать самое любимое из своего имущества, если только то, что любит Аллах, не будет для нее более любимым, чем то, что любит она сама. Это сердце, которое наполнилось иманом, и вера укоренилась в нем, вплоть до того, что оно освободилось от всего, для любви к тому, что приводит к довольству Аллаха Всемогущего и Великий. Тебе следует отдать ее своим родным и близким. Какой же это великий урок? Больше всех твоего благодеяния заслуживают те, кто ближе к тебе родством. Поэтому человеку не следует быть похожим на тыкву, которая растет на одном участке земли, но плодоносит на другом. Поэтому наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал побуждать Абу Тальху распределить его между родными и близкими. А он так и поступил. الله يعطي أحسنا في بئر ذي الروان الشفاء لمن بربي أيقنا في الحرب غارت بئرهم لكن حفظنا بئرنا لكن حفظنا بئرنا